Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели и по совместительству еще всего года. Мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть, в секции с комментариями. И, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Амаркетс, в котором каждый день мы постим большое количество конкретных торговых рекомендаций с акцентом на технический анализ и фундаментальные события. Уверен, что каждый из вас может найти что-то стоящее в этом анализе для себя. Мы также открыты к предложениям, ждем вашего фидбэка, который всегда учитывается и всегда, конечно же, нам полезен. Ну что ж, по основным тенденциям на финансовых рынках особо ситуация не изменилась за прошедшую торговую неделю. Мы рассчитывали увидеть чуть больше волатильности, нежели чем обычно на рынке драгоценных металлов, оказались правы, потому что золото, серебро активно ходит в последние дни. Золото сейчас котируется на отметке 1816 долларов за тройскую унцию. Мы хотели как раз понаблюдать за еще одной волной активных покупок. Сегодняшняя торговая сессия не исключение в этих ожиданиях. Я по-прежнему допускаю, что абсолютно на тонком, низколиквидном рынке мы можем увидеть еще один импульсный рывок рынка драгоценных металлов и, вероятно, повторный тест локального сопротивления 1830 долларов за тройскую унцию. Какие факторы сейчас на стороне покупателей рынка драгоценных металлов? Ранее я делал очень большой акцент на анализ психологии трейдинга, именно большинства, меньшинства, их поведения, того, где находится толпа, где находится меньшинство трейдеров, где преобладают продажи, покупки. И анализ в таком ключе нам позволяет проводить отчеты Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Это еженедельная статистика от CFTC. И, конечно же, индекс рыночных настроений, который в обоих случаях сейчас сигнализирует нам о том, что золото останется привлекательным для институционалов и для тех, кто торгует против толпы ритейл-трейдеров на ближайшие недели. И допускаю, что уже в январе, когда нас ожидает насыщенный фундаментальный фон прямо с открытия торгов, мы будем следить за дальнейшим развитием потенциального бычьего ралли. Что касается новостного фона, то уже следующая неделя, первая неделя января, это протоколы последнего заседания американского регулятора, несколько выступлений представителей Федрезерва, блок макроэкономической статистики, важный по штатам, чего стоит только один отчет Non-Farm Payrolls, поэтому скучать нам точно не придется. Первая неделя, она априори еще также характеризуется низкой ликвидностью, и в связи с тем, что на низкой ликвидности у нас будет насыщенный фундаментальный фон, я как раз ожидаю мощное движение. И заранее, друзья, вас готовлю к тому, что нужно быть бдительными, нужно будет, как и раньше, контролировать загрузку депозитов и следить за классическими традиционными правилами риска менеджмента. Ну, другие факторы поддержки для рынка драгоценных металлов – это сохраняющиеся геополитические риски. Безусловно, это так. Все то, что мы ранее говорили о крайне туманных перспективах мировой экономики из-за того, что центральные банки в течение всего 2022 года активно повышали процентные ставки. Сейчас этот новостной фон усугубляется еще обстановкой эпидемиологической в Китае. Из-за чрезмерного просто какого-то немыслимого роста количества заболевших, из-за того, что Китай сейчас на этом фоне смягчает антиковидные ограничения, и появился риск того, что инфекция снова распространится повсеместно в мире. Поэтому многие страны, Индия, Япония, США, Франция, Италия уже вводят ограничения для китайских туристов обязательно. ПЦР-тестирование и в некоторых странах даже необходимость прохождения карантина. В общем, будем следить за развитием событий в этом ключе, но я допускаю, что один риск, который вроде бы как уже не должен был реализоваться, мы тему ковида оставили уже в прошлом, ну, снова напоминает о том, что рано отказываться от того, что общая картина может ухудшиться в связи с вот этим ковидным наследием.
Для нас, друзья, это для тех, кто следит за золотом и ставит на его рост, еще один фактор поддержки. Также я обращаю ваше внимание, что на фоне того, что было сказано, еще и доллар может получить дополнительный буст, потому что в конечном счете, если реализуется сценарий полномасштабного финансового экономического кризиса, неважно из-за каких причин, а просто это станет реальностью в 2023 году, конечно же, доллар тоже будет пользоваться спросом. Сейчас котировки 103.74, я ожидал, что индекс американской валюты все же завершит этот год повыше 104 пунктов, но не случилось. Я особо не расстраиваюсь, потому что понимаю, что локальное снижение доллара, оно сейчас немного выбивается из такого привычного фундаментального анализа, потому что мы видим снижение курса доллара при параллельном росте доходности американских облигаций. Это очень странно. Надеюсь, то, что на следующей неделе при появлении фундаментальных триггеров все-таки индекс доллара начнет догонять постепенно доходности десятилетних трежерис и снова окажется даже уже не выше 104 пунктов, потенциально выше 105 пунктов. Несмотря на то, что в последние два месяца индекс доллара свалился с 115 пунктов до текущего значения 104 пункта, все равно это лучший год для доллара за последние 7 лет. И если, опять же, мы с вами вернемся к плоскости развития событий финансово-экономического кризиса, то 2023 год будет еще потенциально более результативным для индекса американской валюты. Рынок нефти 83.78. Весь тот фон, который сейчас был озвучен по Китаю, это, безусловно, негативный фактор для рынка нефти. Всемирная организация здравоохранения призывает к экстренной встрече для того, чтобы выработать скоординированный ответ на рост числа случаев ковида в Китае. Это тоже тревожный такой звоночек, который подчеркивает всю опасность ситуации. Мы помним, насколько больно может быть нефти из-за ковидной нестабильной обстановки. 2020-2021 год – это довольно свежие, яркие воспоминания. Еще один фактор снижения рынка нефти – это арктический шторм Элиот, который уже привел к существенному сокращению запасов нефти США. Запасы нефти на прошлой неделе снизились почти на 1 миллион баррелей, но я думаю, что это еще цветочки. Через неделю-две, когда точно уже все будет дисконтировано в цифрах, в статистике, мы увидим более серьезные показатели спада запасов как нефти, так и нефтепродуктов. Поэтому прежде чем рынок нефти все же наберет высоту, я думаю, что по Бренту мы уже точно увидим тест поддержки 80 долларов за баррель. Рынок криптовалют биткоин 16596. В принципе, нисходящая тенденция сохраняется, и каждую неделю мы оказываемся все ниже и ниже. Ранее отмечал, что тестирование поддержки 15 тысяч – это почти 100% сценарий. Дневной объем торгов на биржах снизился до 10 миллиардов долларов. Это минимальный показатель за 2 года. Институционалы вовсе уже не интересуются этим рынком. Ритейл-трейдеры тоже разводят руками и задаются вопросом, вообще выживет ли криптоиндустрия в ближайшее время, особенно если власти очень сильно займутся этой отраслью, этим сегментом финансовых рынков в плане регуляции. Пока что все довольно-таки плохо. Рассчитывать на рост можно лишь только не сгибаемым криптоэнтузиастам, которые, в принципе, во всем видят хорошее. Но я в контексте криптовалют к таким криптоэнтузиастам не отношусь и считаю, что, скорее всего, мы увидим 15 тысяч, 13 тысяч и потенциальный тест диапазона поддержки 10-12 тысяч по биткоину. Доллар-иена, как и ожидали, снижение возобновилось довольно активно, уже котировки 132.57. Цель прежняя – тест поддержки 130 иен за доллар, потому что при действиях Банка Японии, которые нам очень хорошо знакомы, после последнего решения расширить диапазон допустимого колебания доходности японских облигаций, у иены вообще сейчас нет никаких преград, кроме как укрепляться и сохранить эту тенденцию на первый квартал 2023 года, когда к власти придет новое руководство, которое точно уже примет решение о повышении процентной ставки, что в целом уже давно необходимо сделать из-за роста инфляции, которая достигла 3,8%. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что буквально с первых чисел января я снова буду в строю вместе с вами анализировать события на финансовых рынках. 2022 год был крайне непростым, сложным с точки зрения того новостного фона, с которым мы работали. Но во всем этом многообразии негативных новостей я все-таки рассчитываю
И искренне надеюсь на то, что в этом году было что-то интересное, стоящее, хорошее, прежде всего для вас, что прежде всего и запомнится. С наступающим всех Новым годом, попутного тренда, исключительно профитных сделок, здоровья. Это снова актуальное пожелание. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Всем пока!